Представители федеральных органов власти, городского суда, прокуратуры, Следственного комитета, руководители структурных подразделений администрации. Мэр Анапы Сергей Сергеев пригласил специалистов ответственных и контролирующих служб на Совет безопасности. Сегодня в реестре самостроев 152 объекта, 47 коммерческого назначения, гостевые дома, магазины и кафе и 15 многоквартирные жилые дома. Специалисты уполномоченных органов администрации ведут мониторинг целевого использования земельных участков. В Анапский отдел Росреестра по Краснодарскому краю направлены материалы по 96 объектам. Для привлечения к ответственности и в суде 40 исков о сносе самовольно возведенных строений. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина привела конкретные цифры. Обследовали 114 участков, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. На 73 по факту построены и работают гостиницы. А в это время бюджет города недополучает ежегодно 11 миллионов рублей налогов. Потенциально бюджет Анапы может вырасти еще более чем на 100 миллионов рублей за счет приведения земельных участков под коммерческими объектами в соответствие с реальным назначением. Данные по нарушителям направлены в Росреестр для дополнительной проверки протокола обследования в налоговую инспекцию. Чистится объект, как и ЖС, индивидуальное жилищное строительство. И земля, и налоги платятся, как индивидуальное жилищное строительство. Доколе ж мы будем все наблюдать? Так не должно быть. Инженерные сети, электричество, газ и вода на самострое не рассчитаны, напряжение на выходе слабое. Самовольные строители не соблюдают предписанные законом требования. Обустройство пандусов для маломобильных граждан, детские площадки и парковки. В большинстве домов высотой более 5 этажей нет лифта. Пятно застройки. Вроде как бы все говорили, нет стоянок. Я вчера 2 объекта посмотрел и удивился. А один на стадии котлована. И уже дал команду. Куда? В соседний дом занести? Или по городу это все собаки должны таскать? Даже вот это, вроде бы, на первый взгляд мелочь. Но, наверное, контейнерная площадка для сбора твердых бытовых отходов важнее, нежели стоянка. Власти города будут бороться с самостроями всеми возможными законными методами. Список самостроев Анапы на официальном сайте администрации в разделе «Открытые данные». Здесь же можно узнать о состоянии дел по каждому объекту, даты экспертиз и решения судов. О фактах незаконного строительства можно сообщать по телефону 586-96. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа регион.